Всем здравия желаю. И снова я с какими-никакими новостями, но все же они есть, их не может не быть. И я взялся уже несколько дней назад вот за вот эти вот варианты. Дамаск 2600. Должна быть вогнутость, потому что Дамаск их, по-моему, там и вообще даже нет таких вот именно этих моделек, именно с вогнутостью. Поэтому вот задумка на них. Но настроение пока не особо работать, поэтому не особо так рьяно как бы рвусь вот в этот момент, потому что, ну не знаю, пока нет чувства какое-то, то есть чувство того, что я кому-то нужен. Точнее, вот мои работы кому-то нужны. Ну, к примеру, сделал я в прошлый раз 5 штук, да? Ну, нормально, все, что, вышли там туда-сюда. Ну да, сделал, ну да, положил на склад, и это грустно. Насколько я их положил на склад, никто не знает. Вот, ну вот, грусть, печаль, она пройдет, она уже проходит плавненько так. Поэтому вот я уже взялся опять за какие-то работы, опять вот что-то делаю, тут вот вымерил, выровнял, просверлил, откалибровал. Как бы вот так вот, сейчас клеймить можно будет даже. И начинать потихоньку сгрызать сталь, чтобы меньше потом было стали во время выведения вот этих вот как бы вогнутости вот этого вот самого полотна. Продолжим. В общем, начинаю работу, продолжаю точнее уже работать вот с этими вариантами. Плюс обдумываю варианты по изготовлению фреймбека. Давайте, наверное, так правильнее будет звучать. Их таких вариантов очень много. Очень много. Их, если вот посчитать, то можно там минимум 20-25 вариантов насчитать, как можно сделать фреймбэк. Но один вариант, прям есть стопудовый вариант. Но чтобы просто поднастроить сейчас все вот это вот, подогнать оборудование под их производство четкое, точное, такое безупречное, нужно только для первого такого движения легкого 50 тысяч округленно. Просто уж вот тихонечко-тихонечко сдвинуть с места просто вот этот момент. Без проблем бы, если бы, допустим, вот у меня какие-то там обратка ушла бы, например, средств, я бы на эти средства, естественно, бы это все дело провернул, так как обратка очень такая редкая, минимальная, поэтому вкладывать еще полтинник, то есть из своих хлебных, ну как-то не особо на данный момент желание. Есть желание, но не особо. Есть желание, потому что хочется сделать, а не особо, потому что не понимаю для кого, для чего. Вот. Делал вот сейчас пробник просто, ручной такой называется, вариант исполнения фреймбэк. Вот такая вот железка, просто пробую, раньше как-то делал, у меня что-то прям четко так быстро получалось. То есть вот такие варианты, ну это черновая заготовка, вот, но... Да? Смех. Ну ладно, будем дальше смотреть. Конечно, неохота заниматься, если честно. Так, вот сейчас поковырялся, бросил, и все. Вот, не закален, не калич, скорее всего, не буду. Твердости, в принципе, как для бритвы, если как для импортного варианта достаточно, а при термообработке вот в таком состоянии ее процентов 90-100 поведет, вот так вот. По поводу заточки, на чем я остановился? Был два раза меня спросили, на чем остановился. То есть, на чем остановился на финише. То есть, чем финиширую. А финиширую в большинстве случаев на меловом камне, который я вам показывал на обзоре. Очень мне понравился, потому что сейчас даже вот моя бритва, которой я бреюсь, она реально, реально сказочная в бритье. Да, я финиширую по-разному. То на Гуанси, то на Каями,
то на сланце тут еще, то тут и вообще на всем пробую. По-разному, все везде вроде бы нормально, но после мелового вот этого камня 12 тысяч, искусственник, меня просто радует бритье. Просто радует. Хотя первое бритье было разочарованием полным. Но что делать? Первое бритье, оно такое. Я уже подумал, что нафиг этот камень куда-нибудь заброшу. А вот после бритья, правки и последующего бритья, я уже понял, что это тот самый дзен, который, в принципе, ищут многие, находят не все. Вот. Что еще хотел сказать по этому поводу? Да, хотел сказать по поводу мыла. Урмас, еще раз благодарю от всей души за подарки. Мыло, я вот здесь вот покажу сейчас фотку, то есть наличной и обратной стороны. Вот, это мыло лежало у меня с тех пор, как он мне подарил. Может быть, тоже помните, кто на видео я показывал эти подарки. Когда меня вот в момент такой был, меня прям заваливали подарками. Реально было непривычно, дико, но это сейчас не об этом. Вот, вот и Урмас мне прислал мылов 5, 6, 7 или даже не помню, вот всяких разных каких-то неизвестных. Ну, может, только для меня неизвестных, не знаю, но я не видал на обзорах подобных мылов, которые у меня вообще сейчас лежат в нетронутом состоянии, таком нетронутом. И вот я тут долго Клубман мыло пользовал, все меня устраивало, все было здорово, претензий нет. Но как-то тут между разговорами, как-то в комментариях, тут, в общем, я что-то порешил, думаю, что у меня все лежит, блин. А вдруг не доживу, да, до того момента, чтобы их попробовать. И да, я их заценю. Я заценил вот это мыло сегодня с утреца. Плавненько побрился. И бритье было реально шикарное. Да, тут совокупность играет. Играет совокупность вот этой вот бритвы. Именно вот, которая под меня как бы сделана, эта дамасская бритва. Ну да, я знаю, что у кого там щетина не очень жесткая, там, или вообще мягкая, им все равно, то есть таким людям, с какой стали бритва. Если щетина реально прям жесть, то дамаски, да, вариант, вот это как в моем случае. И вот, вот сыграло вот это, то, что дамаска и сталь, сыграло то, что вот эта заточка, полюбившаяся мне после вот этого мелового камня, сыграло также все это совокупности, вот это еще и плюс мыло, которое я сегодня затестил. Но в общей сложности это получилось просто кайфовое бритье. Вот по-другому, я не знаю, как еще проще так сказать, и правильнее, и точнее. Ну, мыло, конечно, как мыло, вроде бы, да? Мылится очень моментально, просто помазок туда сунул, как говорится, баночку так крутнул 5 раз, пенки уже полный помазок. А мыло столько же. То есть расход, наверное, все-таки экономный. Но не о этом, не об этом речь, не в этом суть. В чем понравилось мыло? Понравилось тем, что пенка быстро забивается, просто в секунды. Понравилось, как оно прям вот ровненько по лицу, такой ровной, плотной пенкой укладывается. Бритье очень такое комфортное с этим мылом, максимально комфортное. То есть у меня еще пока такого комфортного бритья вот при помощи мыла вот именно, то есть не было. Может быть, есть мыла еще лучше, я просто не знаю, но у меня есть теперь на чем пробовать, у меня этих мыл всяких разных. Но вот это пока что меня реально удивило конкретно. Что еще понравилось в этом мыле? То, что оно смывается легче, чем пенка из баллона. Понимаете? То есть нет вот этого там сопливого вот это скольжения, которое нужно смыть, 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 как бы. Нет. Просто слегка водичкой фук. А его как будто и не было, этого мыла. Все, чистый весь. Вот это тоже очень здорово. Я понимаю, что там какой-то способ скольжения должно вроде бы быть туда-сюда, ну так, в понятиях-то, в привычных вот этих понятиях, но тут никакого постскольжения, но и в то же время максимально качественное, комфортное, самое главное, бритье. Вот, по мылу сказал.
по мылу вроде все сказал. Надеюсь, кому-то будет это интересно, и может информация. По ремням тоже хочу сказать пару слов, потому что вот эти вот ремни черные, которые я выпустил недавно, уже начали поступать максимально положительные отзывы о том, что ремни максимально рабочие. Я знаю об этом, но приятно слышать еще это от вас, потому что я не зря называю эти ремни волшебными. Они реально волшебные, и никак иначе. И они делают то, что не делают другие ремни. И это здорово. Жаль, что только вот кожа такая заканчивается плавненько. Выбор, то есть она, выборка это вот из листов по ремням. Все. Ну, еще, наверное, стоит сказать, мне кажется, пару слов о заточке бритв. Опять же, хотел бы поблагодарить тех людей, которые доверяют мне заточку своих бритв. Всяких разных. То есть, ну, я лично, я не отказываюсь от всех вариантов. То есть, там даже бывали такие моменты, присылали просто хлам. Извините за выражение, но вы сами знаете об этом. И его приходилось править, тут выруливать с ним. Ну, как бы, да, наковыряешься досыта. Но в основном присылают отличные варианты. Вот. Плюс к тому же присылают еще и мои же бритвы тоже. Где-то там где-то кто-то завалил, где-то что-то еще. Ну, мало, причин много. Присылают их на заточку, с удовольствием затачиваю. Ну, дело, занятие вообще такое приятное. Блаженное, я так сказал, вот эта заточка. Единственное, что минус какой, что они меня конкретно отвлекают от изготовления бритв. Но если бы у меня был бы такой спрос, прям вот четкий на эти бритвы, прям такой плавно равномерный, то да, вряд ли бы я, наверное, брался бы за заточку, или это было бы крайне редко. А так как спрос такой кислый, как бы почему бы не поточить? Правильно? Вот. Поэтому спасибо за доверие. Я знаю, что заточка нравится. Ну, некоторые, правда, вообще молчат. Несколько человек вообще ничего не говорят по поводу заточки. Вот отозвались уже 8 человек, сказали, что шикардос. Спасибо. Я очень рад. Я очень рад, что вам понравилась моя работа. Пусть даже только в заточке всего лишь. Ну вот, как бы так и рассказал обо всем, о том и о этом. Ну, пойду приступать к работе. Посмотрим, что из всего этого получится. Оно получится. Деваться некуда. Да? Мы сильнее стали. Все, на этом пока. Увидимся.